Так, приветствую всех поклонников группы Prodigy, легендарной британской группы электронной. Думаю, многие росли, как и я, на их музыке. Хочу показать вот свою коллекцию, то, что у меня есть. Как бы немножко рассказать то, что я знаю, как бы. Первый, это как бы полноценный альбом, потому что до этого у них в основном миники были. Начало 90-го года. Первый у нас получается Experience 92-го года. Он идет двойной, с разворотом. Ну, по каждой отдельно я буду снимать это короткий обзор, просто то, что у меня есть в моей коллекции. Так, следующий у нас получается, как бы, я считаю, что это, ну, не альбом, это сборник уже, конечно. Music for My Generation, вышел в 94-м году. То есть слепили, выпустили тоже двойник, но он идет без разворота, в двух пластинках. Следующий у нас идет всем знаменитый The Fat of the Land, да? Он идет тоже двойник, вышел у нас в 97-м году, самые все такие известные хиты, ну, впрочем, Prodigy все были, композиции классные. Так, это к нему эпишечка, сингл. Получается, сингл у нас вышел на виниле в 2012 году. Я давно ее хотел, но все никак. Недавно пришлось купить, цена полезла. Короче, сейчас уже в районе 35 долларов пластиночка стоит, это сингл. Альбому, ну, то есть, видите, миксы в исполнении Нойса, видите, Элвин Риск, That's Dead Remix, Майор Лаза Микс. Очень интересно. Дальше у нас идет, получается, в 2004 году вышла такая у нас пластиночка. Музыка немножко уже отличалась, но, как всегда, в стиле Prodigy. У меня довольно редкое издание. Первое издание на трех винилах. Очень красивое внутри. Я ее стараюсь даже лишний раз не доставать. Ну, отдельный обзор я сделаю. Это идет уже сингл к этому альбому. Вышел он у нас в 2004 году. Здесь идут уже миксы. Тот же Girl, видите, ремикс. Ну, известный, потому что в альбоме он идет оригинальный. Здесь идет микс. Также есть у меня еще к нему же сингл. Сингл промо. Сейчас найдем. Вот он. Сингл. Такая пластиночка промо. Получается, у нас 4 версии на одну песню. Hot Right. К этому же альбому. Пластиночка, в принципе, тоже довольно такая нечастая уже. Ну, видите, продажи от 5 до 20 долларов. Ну, терпимая цена. Известный всем Иванус Маздай на двух винилах. У меня идет первое издание. Вышло еще переиздание. Но в чем фишка, в чем разница, я вот сравнивал.
Потому что я купил когда-то у человека, который купил, но не знал, как открывать. С другой стороны, пытался, короче, вот порвал, взял конверт. То есть повредил. Как бы неприятная мелочь. Дальше мне попался был такой же альбомчик. В идеальном состоянии, конверт не порванный, все. Но я присмотрелся, искал отличия. Думал, может быть, это издание, ну, другое издание, там, допустим, другой страны кто-то выпустил. Но нашел отличия. В 20-м, кажется, году вышло переиздание. Получается, у нас альбом вышел в 2009-м. Переиздание вышло в 20-м. Все отличие вот этой надписи. Take me to the hospital. Там ее нету, там что-то другое, не помню. Просто или ее вообще нету, или просто какая-то надпись. А так, ну, Prodigy, я смотрю, многие альбомы нельзя, ну, особо отличить. Какое-то издание. Или первое, второе, третье они выпускают, тупо переиздают и одинаковые шлепают. Дальше. The Day Is My Enemy 2015 с разворотом, ну, просто называю Лисичка. У меня девочка тоже называет ее Лисичка. Тут есть классная композиция, так, в принципе, у них всех классная. Ну и последний еще вышедший No Tourist прижизник, это Флинта. Жалко, конечно, что там произошло, непонятно. Так и, ну, сказали самоубийство, а что там покончил жизнь. А что именно произошло, так и не сказали. Что-то видно серьезное. У меня идет лимитированное издание с красивым разворотом. У меня было на черном издании, оно шло без разворота. Ну, у меня она идет, вот, видите. Edition Clear Violet Vinyl. Цвет такой. Ну, это в отдельном обзоре я покажу. Ну, и это получается у нас уже идет не альбом, а сборник сингл. Видите, 90-2005. Он вышел всего лишь один раз в 2004 на виниле, на серебристом виниле. Получается, Silver Marbled Trans, как-то так, короче, написано так. Ну и получается, это первые как бы ихние творения, скажем так. Чарли, который вышел у нас в 91 году, 4 композиции. Тоже пластинка, я смотрю, уже доходит до 40 долларов стоимости. Дальше идет у меня, получается, такой Jericho. И с другой стороны у нас Fire, да? Да, Fire там, ну, не буду доставать отдельно. Всего тут 4 композиции, получается, 2 микса на Fire и 2 микса на Jericho. Ну, в районе 15 долларов пластиночка стоит сингл. Everybody is in the place. Let's go. Как всегда. Получается, тоже вышел в 91-м он. 4 композиции. Вот так. One Love. Вышел в 93-м году. Тут тоже 4 композиции. Вот так. Ну и это у меня получается, это уже микс диджеев. Получается, пластинка вышла неофициально в 2006 году. Ну, продается, смотрю, на Discogs официально, хотя почему-то идет пометка, что у них официал релиз.
Ну, смотрю, тоже цена уже $27 доходит. No good, тут микс такой. Он шел так в техпакете. Как пакета к нему никакого не было. Вот еще что-то у нас. Вот так вот. Ну, в принципе, коротко то, что у меня есть. Дальше по каждой пластинке там, если что, это, задавайте вопросы, пишите, что там, может, кто-то что-то добавит, там, исправит, что нужно. Так что, всем спасибо. До встречи.